день, вы смотрите канал вязания и свелта", И сегодня будет рассказ про то, как я вязала свою косынку. Итак, косынка связана из пряжи Нако Ангарелла. Это стопроцентные акрилы. Да-да, акрилы. 100 граммов. моточки 100 грамм. И длина нити 400 метров. У меня было 200 грамм этой пряжи и два моточка. Столько пряжи у меня осталось. Я от каждого моточка отмотала эту темную, темно-синюю пряжу, потому что я хотела, чтобы ну, такой более светлее получилось у меня изделие. Длина моей косынки получилась метр девяносто. И, и посередине ширина 57 сантиметров. Косынку я начала вязать с одного уголка, потом делала прибавки. И когда довязала до нужной мне длины и ширины, тогда начала в таком же порядке делать убавки. Здесь видно, что прибавки идет ну неравномерно здесь более идет такая удлиненная эта линия там где то есть завязки а потом уже переходит такое резкий резкий прибавки и так как я вязала на спицах номер три я набрала 22 петли и начала вязать просто лицевую гладь первые прибавки я делала, когда я привязала 6 рядов. В седьмом ряду я начала делать прибавку. Прибавку я всегда делала только с лицевой стороны. Провязала 6 рядов и сделала первую прибавку. И потом опять провязала 6 рядов. И в седьмом ряду опять прибавила петли. Два раза я так делала. Когда на спицах у меня было 24 Петли прибавки я начала делать в каждом пятом ряду, то есть здесь начало ряда сделал прибавку, один ряд провязала, второй, третий, четвертый и в пятом ряду начала начала делать опять одну прибавку. И так я продолжала в таком же ритме делать эти прибавления в каждом пятом ряду. И когда у меня на спицах было 34 петли, тогда я начала прибавки делать в каждом третьем ряду. Получается, здесь прибавила, провязала ряд, один ряд обратно второй ряд и третьем ряду я опять прибавила и так все время пока довязала до нужной ширины и когда у меня на спицах было 124 петли тогда я начала делать убавки в таком же порядке как делал эти прибавки и в принципе это и все само полотно получилось очень такое тонкая, С скажу так, ну это такой, эта косинка вот из именно из этой пряжи это больше такое э, весенний вариант, больше для красоты, чем для тепла, но я думаю, что я обязательно буду косиночку вязать к осени, тогда уже из другой пряжи, там где более состав такой натуральный и чтобы больше тепла было эту пряжу я выбрал, потому что мне очень понравились, как, как эти переходы смотрятся. Ну да, но иногда можно и поносить акрила. Тем более, что я не буду там, там, там весь день ходить этой косынкой. Ну, такая работа у меня получилась. Работа я довольна. Буду вязать обязательно еще. Ну и на этот раз все. И до свидания, и до новых встреч.